Поклонники любят следить за знаменитостями в соцсетях, но не все дают своим фанатам такую возможность. Сегодня мы расскажем вам о знаменитостях, которых нет в социальных сетях. Актриса Дженнифер Энистон не сидит в социальных сетях и не считает это зазорным. В интернете есть масса аккаунтов звезды, но все они фейковые. Как призналась Энистон, она пыталась вести страницу в Инстаграм, но надолго ее не хватило. Однажды Бенедикт Камбербэтч дал совет поклонникам, как распознать его настоящие страницы в социальных сетях. Их просто нет. Когда соцсети вошли в моду, он был далек от этого, а теперь ему трудно приспособиться и выставлять личные фото на всеобщее обозрение. Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что социальные сети – пустая трата времени. Актриса не понимает, зачем тратить время на интернет, когда можно заняться чем-то более полезным. Голливудский актер Брюс Уиллис не ведет аккаунт в Инстаграм и не любит появляться в сводках шоу-бизнеса. Крепкий орешек ощущает себя некомфортно, находясь в интернете. Он считает, что мужскому полу там не место. Сандра Буллок не пользуется социальными сетями, потому что искусственность, которая царит в сети, не нравится звезде. Буллок прекрасно живет без аккаунтов в Инстаграм и Фейсбуке и заводить их не планирует. Олег Меньшиков относится к противникам социальных сетей. По его словам, он социально инертен, и потребности вести аккаунты у него нет. Кроме того, у знаменитости нет уверенности, что кого-то интересует его мнение. Михаила Ефремова тоже не найти на просторах сети. Причина, по которой он отказался от интернет-жизни, неизвестна. Новости об артисте поклонники узнают на его официальном сайте или из интервью. Несмотря на это, время от времени Ефремов становится героем скандальных публикаций в соцсетях. Певица Пелагея удалила аккаунт в Инстаграм после того, как хакеры украли ее личные снимки. Пелагея отказалась выставлять частную жизнь на показ, ведь в интернете у злоумышленников есть масса возможностей похитить чужую информацию. А у вас есть аккаунты в социальных сетях? Давайте познакомимся. Делитесь ссылками на свои аккаунты в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.